Вот он, наш Сатурн в оппозиции. 9 июля 2019 год, Харьков, 22.19 по Киеву. И несмотря на облачность и ветреную погоду, поймал я таки Сатурн. Очень хорошо. Сатурн на одной линии находится с Солнцем, Землей, на ближайшем расстоянии от Земли. Сквозь дымку, оставшуюся после ливня в Харькове, конечно, не так четко и резко все видно, но это лучшее, что у нас есть. И на том спасибо. Следующее такое событие произойдет только через год. Один миллиард 351 миллион километров от Земли до Сатурна. Ожидал я увидеть эффект Зеллигера. Эффект Зеллигера состоит в том, что в 1887 году этот самый Зеллигер обратил внимание, именно наблюдая Сатурн в оппозиции, что яркость Сатурна, колец Сатурна, значительно усилилась в момент оппозиции. Объяснил он это совершенно справедливо тем, что в момент, когда наблюдатель смотрит на освещаемый объект, в тот момент, когда Солнце под прямым углом практически падает на объект, исчезают тени, добавляя яркости этому объекту. Кто на лыжах катался, оп, может, замечал, что когда Солнце падает под прямым углом к трассе, исчезают все кочки, все ямки, и все кажется ровным как стол. Ну хорошо, убежал у нас Юпитер, но мы его уже поймали. Есть у нас еще замечательная половинка Луны. Вот видно, какая дымка, да? Ужас. Ну, это я и не надеялся. Такой дождяра лил сегодня, что думалось мне, вообще ничего не получится снять. А вот ведь поймали и Сатурн. Сейчас Сатурн на 10 градусов относительно горизонта поднялся. До часу ночи он поднимется на 18. И если будет в этот момент ясная погода, или хотя бы такая же, собираюсь и в час ночи, но уже 10 числа поснимать. А пока вот она, наша красавица. Конечно, расстояния не такие, как до Сатурна. 360-370 тысяч километров нынче до Луны. Недавно было относительно впереди. Да, вот эта грань перехода между светом и тенью очень рельефно кратеры. Ну вот как раз эффект Зеллигера в том и состоит, что когда под прямым углом Солнце падает, ну, допустим, на такие кратеры, то их попросту не видно. Они сплошные белые, теней не отбрасывают. А яркость освещаемого объекта резко увеличивается кратковременно, пока под другим углом не начинает падать свет. Хорошо.
Можно сделать еще попытку Юпитер снять. Но он там как раз, по-моему, на нем сейчас облака нашли. На него. Сейчас посмотрим. Получится, получится, не получится. Ну, значит, селяви. Даже и не мелькает в объективе. Я, правда, сейчас пару минут потратил, пытаясь навестись на Сатурн с крышкой объектива не снятой. Но это не тот случай, просто облачно. Ну ладно, Сатурн есть, Луна есть, и на том спасибо.